уходит от полиции. Всем срочно направляться туда. Всем постам, статус 4. Он исчез из поля зрения. Повторяю, исчез из поля зрения. Вот он, вижу, код 3. Я отправляю туда в сторону и людей, чтобы закрыть площадку. Всем постам нарушитель с кодом 6 выходит на... Восток, направление восток. По 600 долгов. Отбить район, где его видят. Вон он, код 3. Он протаранил мою машину. Пытаюсь не отставать. Диспетчер, кажется, я его вижу. Цель потеряна. Повторяю, цель потеряна. Вас понял, я как раз не один. Вы нам только координаты дайте. Внимание всем, вызов отменяется. Вернуться к обычной работе. Thank you.
настоящий профи. Впечатляет. Итак, у меня на руках очень важный контракт, и ты единственный, кто с этим справится. Клиенту нужны 6 очень крутых машин. И что самое важное, отправить их нужно следующим рейсом на все 2 суток, иначе контракт разорван. Это мое дело. Заткнись, Ники. Роуз расскажет тебе, что к чему. Порт Крисент – один из крупнейших портов мира. Там нужные мне машины. Будь осторожней, не привлекай внимания. Немедленно выполни задание Джимака. Время уходит. Надо узнать о грузе, иначе его и след простынет. Выполнено.
машине установлено устройство слежения, и до его включения всего пара минут. Шевелись. Внимание всем патрулям. В районе Порт Крисент угнан принадлежащий знаменитости мощный автомобиль. Отправляю описание. Вижу угнанную машину из Дермата. Пытается скрыться. Начинаем преследование. Диспетчер, Крисент 3-3. Опасного водителя вижу. 1096, оставайтесь на линии. Заграждение готово, гоните его сюда. Слушай, нам нужна целая тачка. Будь с ней поосторожней. Он обошел заграждение. Повторяю, он обошел заграждение. Внимание, погоня приобрела статус 5, не отставать. Малыш, набирай обороты. Внимание офицерам, Фоксер. Ехал в южном направлении. Бои 85. По-прежнему код 6. Переключаю на канал 2. Передаю координаты. Следим за картой и действуем по команде. Вижу нарушителя. Он уходит, код 3, преследую. Патрульных, получено сообщение о ходе сейфа. Уходящим от полиции. Если вы видите, то отправляйтесь туда и готовьтесь включиться в погоню. Он объехал заграждение. Скорость не снижается. Придется идти на столкновение. Осторожно, здание рушится. Берегите головы, падают большие куски бетона. Внимание, перед тем, как оторваться, нарушитель уходит на восток. По 20-й федеральный. Срочно оцепить текущий район к западу от последнего местонахождения объекта. Ждите подробности. Координаты уже у тебя на карте. Двигай туда. Всем постам прекратить преследование. Объект потерян. Однако же накаляется. Не тормози. Тачка у тебя. Быстро двигай сюда. У тебя там есть крутая азотная приблуда. Так ты ее используй, не стесняйся. Быстрее. Времени у нас мало. Внимание, Порт Крисент угнан автомобиль. Нарушитель едет на большой скорости. Скоро дам описание. За тобой копы. Оторвись от них. У меня объект из розыска по коду 6. Ближайшие экипажи, внимание. Так, точно. Мы перекрыли дорогу, даю координаты. Он только что повернул на восток. Всем двигаться на восток. Пытаюсь перерезать ему путь. Быстро тормозит. Вижу нарушителя. Держусь за ним. Часики тикают. Набирай обороты. Осторожнее. Мы перекрыли дорогу впереди.
вечер. Заграждение не смогло остановить его. Выставим еще одно. Всем внимание. Он идет по встрече. Наш клиент только что врезался в гражданскую машину. Пора брать его, пока он дров не наломал. Поставили заграждение прямо по курсу вашего нарушителя. Долго мы его гоняем. Надо менять тактику, а то мы его так и не поймаем. Глава федеральной службы передает, что нам, возможно, придется отпустить его. Слишком большой урон. Перекрыли дорогу перед вами. Направляется на север. Направляется на север. Экипаж вышел из строя. Экипаж вышел из строя. Срочно требуется 10-7. Не могу найти его. Подгоните еще экипажа. Это 6-8, гоню с запада, то есть с востока. Диспетчер, это 4-8. Кажется, он спрятался на многоярусной стоянке, а остальных я упустил. Ушел от них наконец-то. Гони машину сюда. Хорошая работа. Самую крутую тачку этих бандюганов. И они хотят ее вернуть. Гони, парень, гони быстрее ветра! Похоже, эти гангстеры тебя догоняют. Двигай к нам, мы тебя прикроем. We'll be right back.
Вот это по-нашему! Вот как дела делаются! Наши южные друзья будут очень довольны. Отлично. Этого момента я и ждала. Команда Джимака связана с контрабандистами и явно замешана в угоне партии машины «Спорт Крисент». Теперь нужно найти эти тачки. Не расслабляйся, до конца операции недалеко. Друзьям всегда нужно помогать. Держи, она твоя. Слушай, иди прямо к цели, или все пропало.